чувствую, надо сваливать. Ну и мне по зубам. Deutsche Reich. Вот это погода, друзья, сегодня. Грех не съездить в лес. Всех приветствую. Прям настоящая весна. Теплынь, солнце жарит. Держим путь вперед, друзья. Говорят, что я очень много говорю, друзья. Но не обессудьте. Я работаю над собой. Далеко решил сегодня не ехать. Где-нибудь окопаюсь рядышком. Недалеко от дома, так сказать. Время у меня, друзья, не так много, поэтому я поеду вот сюда. Дорога наверняка раскисшая, но попробую прорваться вот в тот лес. Дорога оказалась довольно-таки неплохой, в общем-то проехал без проблем. Я уже подъезжаю. Я приехал, давайте где-нибудь здесь загоним машину подальше от постороннего глаз. Ну, пойдем погуляем. Я, друзья, решил поменять местечко, передислоцироваться за этот пролесок, чуть-чуть еще проехать, поэтому не переключайтесь. Ну вот, я уже подъезжаю. Все, я глушу. Штатив наш все-таки сломался, поэтому вся съемка сегодня будет происходить только с рук. А сейчас настраиваю прибор. По традиции первый сигнал прям в маленьком капонирчике на брусвере 95. И на глубине буквально двух штыков я докопал. Ну, я думал, что это будет гильза ВА-23. Но там что-то металлическое. Давайте раскопаем, посмотрим. АТ-34. Давайте покажу поближе. Так называемая вафельница. С обратной стороны. Ну, а я продолжаю. Что, братцы, у меня очередной сигнал. Цвет 91. И сразу топит вода. Попробую раскопать. Благо, друзья, объект находится не глубоко, но он длинный, буквально там полтора штыка, и водой заливает. Наблюдайте, пожалуйста. Это, как видите, очередной трак. Наши танки промышляли в этих местах. Меня, друзья, похоже, засекли. Идет прямо на меня. Ух, все замерло. Очередной сигнал. Да. Открывалось, закрывалось. Вопрос, от чего? О, друзья, тут есть ворона, я вам скажу. Сейчас я вам покажу. Сначала покажу, не вытирая. Видно вам, не? А дальше я уже протру. Ну, в общем-то, особо не вытирается. Надо какой-то металлической щеточкой. Баночка, кстати, латунная. Вот, смотрите, мухи даже сидят рядом. Прочесть я, конечно, не смог, что здесь и как. Ну ничего, потом почистим. Узнаем, что это и от чего. Рядом с этой банкой еще сигнал. 85. Нет, буквально верховая какая-то розетка, штык. Современная, нет, не знаю. Ну, вероятно, хотя все может быть. Наша, немецкая. Кто его сейчас
познает. Какие-то, по-моему, надписи здесь есть. Да, друзья, я был прав, надписи есть. Я вижу, что написано низ. А здесь, вероятно, верх. Вот уже торчит. Опа. Ага, да. Еще одна такая же. Ну, папа, мама. И очередной сигнал у нас — это цепь на колеса. Зимнее противоскольжение. Я продолжаю, друзья. Здесь какой-то верховой сигнал. А это не что иное, как одна из стенок блиндажной печки. Кругом авиация кружит. Хорошо идет. Друзья, какая-то подожгла траву. Чувствую, надо сваливать. А вы не подумали на меня. Да и машина у меня где-то тут недалеко стоит. Я все еще не добрался до машины, но уже двинул в ее сторону. И, друзья, волшебный сигнал такой, явно глубокий. Давайте посмотрим, что здесь. Даже показывать не буду, большая бомба. Но она разорванная, там тяжело копать, глина. В общем, я закапываю. На этом все. Идем к машине. Опять идут два. Ну, испугались, ребята, решили свернуть. Мы не по зубам. Сейчас, друзья, заберу траки и переедем вот в этот пролесок еще через полянку. Вот мы, друзья, и передислоцировались. Были вот там. Теперь мы с этой стороны. Сейчас походим здесь по склону. Были немецкие позиции. Посмотрим здесь. По склону идут такие огромные дубы. Прям огромные, великие такие. Ну, вниз нам бы лучше, конечно, понизу. Но не знаю, сначала пройдусь здесь. А потом время будет уже по склону полазить. Наверное, все-таки пойду вниз. Оттуда так тянет холодом. Друзья, здесь какой-то сигнал. Нет, я уже до него докопался. Сейчас достанем, посмотрим. Так, сверху тут что-то цинковое. А дальше еще железо. Опа, это цинковое, это свинец. Был аккумулятор в сохране. А внизу лежала дверка от печки. Из узоров я только вижу цифру 2. А внизу, друзья, еще продолжается сигнал. А это снова свинец. Росла прям середину ствола. Там, друзья, малюсенький. А здесь уже большой. На сегодня хватит. Наша кульминация была баночка с вороной. Вот, друзья, подчистилась эта баночка. Deutsche Reich. Стост какой-то, что ли. В общем, друзья, я уже понял, что это что-то было с немецкой почты. Рейхспочт. Немецкий Рейхпочта. Что было в этой баночке, неизвестно. Уже дело к концу дня. Ну вот и все на сегодня, друзья. Мы двигаем домой. Всем пока!